Слово «город» пришло в современный русский язык от старославянского «град», которое, в свою очередь, является производной от общеславянского «горд». Первоначально слово «город» означало «забор», «ограда», «огороженное место». Позже городами стали называть крупные поселения, обнесенные крепостной стеной. В эфире первый выпуск программы «Город Е» – познавательного телепроекта с историческим подтекстом. Здравствуйте! Для человека, живущего в 21 веке, не составляет труда узнавать все самые последние новости, даже не вставая с дивана. Он подключен к информационным сетям и может без труда находить ответы на волнующие вопросы. А еще буквально 4 века назад лучшими советчиками были не социальные сети телевидения и ряд профессионалов, а ближайшие и не совсем соседи. Хотя связь с другими людьми и даже представителями власти заблокирована не была. Хочешь написать письмо царю? Пожалуйста. Хотя чаще почему-то писали советнику. В те далекие времена это был человек, который мог дать дельный совет в сложной ситуации, связанной с правами. Что-то вроде сегодняшних юристов. В общем, хочешь задать вопрос, бери почтового голубя и пиши. Тебе обязательно ответят. Серьезно, и советники, и даже царь отвечали, но ответы, как правило, не доходили. Все дело в том, что голуби, несмотря на то, что изначально приучены возвращаться домой, все же выбирали запасы корма побольше и гнездышко потеплее. Птицы предпочитали оставаться при дворцах, а простые люди считали, что власть их игнорирует. На сегодняшний день получить ответ на волнующий вопрос, например, на тему жилой недвижимости, не составит никакого труда. Можно прийти в агентство или задать вопрос, позвонив к нам в редакцию по телефону 219-87-77. У меня есть квартира, в ней прописана бабушка. С 1987 года квартира находится в коммерческом найме. Можно ли перевести эту квартиру в социальный найм? По этому вопросу нужно более тщательно ознакомиться с пакетом документации, чтобы делать какие-то выводы. Здравствуйте. Квартира, находящаяся в ипотеке, оформлена на одного собственника. Возможно ли оформить квартиру на двух собственников после регистрации брака? Нет, это невозможно, так как имущество, приобретенное до брака, несет ответственность тот человек, кто, соответственно, приобрел. На вопросы телезрителей отвечал генеральный директор одного из агентств недвижимости Екатеринбурга Дмитрий Максимов. Задать вопрос можно, позвонив к нам в редакцию по телефону 219-87-77. Газета «Из рук в руки» – это удобный, доступный и понятный источник информации. Свежие объявления, пройдя через руки наших операторов, дважды в неделю попадают в газету. «Из рук в руки» – испытанный способ решать вопросы. Группа компаний «Уральская крепость» – операции с недвижимостью первичной, вторичной, загородной, промышленной и готовым бизнесом. Скажите кодовое слово «полезное» и получите скидку 15%. Ждем вас по адресу Малышева, 51, офис 4409. Защита прав на недвижимость всегда сложный и длительный процесс, и зачастую единственным выходом из ситуации является обращение в суд. С вопросами о том, как наиболее эффективно защитить свои права на объекты недвижимости, мы обратились к адвокату Денису Конкалову. Всегда ли обращение в суд является действенным способом решения юридических проблем с недвижимостью? Я полагаю, что зачастую обращение в суд является единственным способом решения правовой неопределенности, которая возникла правах на недвижимость. С чего начать, если появилась необходимость обращения в суд? В общем и целом судебный процесс состоит из двух стадий. Это стадия подготовки и подачи документов и стадия их рассмотрения. И важность первой стадии, она высока, и подготовить правильно и подать документы не менее важно, чем правильно провести судебное разбирательство. Что делать, если на вас подали в суд? Если на вас подали в суд, то первое, что необходимо сделать, это узнать, в каком суде, каким судьей будет рассмотрено дело, получить копии документов, которые в отношении вас или вашей организации представлены в суд, изучить эти документы, постараться найти в них юридические неточности, юридические ошибки и максимально полно использовать эти неточности и ошибки в ваших интересах. Представляете, у меня в руках штраф за попытку подарить валентинку. Скажете, это невозможно? Возможно, если вы находитесь в Саудовской Аравии. Это единственная в мире страна, где День Святого Валентина официально запрещен. И за это предусмотрены административные наказания.
Адвокатский кабинет «Магистр права», адвокат Денис Канкалов. Ведение дел в судах, арбитражные споры, защита по уголовным делам. 201-25-52. В 15-17 веках женщины наносили макияж немного иначе, нежели чем сейчас. Например, была такая мода белить лицо смесью муки и мела. Иностранцы, побывавшие на Руси в тот период, писали, что русские женщины совсем не умеют краситься. Если брови у них были черными, они их белили. Если же брови были светлыми, они их чернили. И в обоих случаях это выглядело крайне неестественно. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна! О том, как наводить красоту в одежде и дома, наша рубрика «Всем на заглядение». Сколько радости доставляет приобретение хорошей качественной вещи, и как обидно, когда вы случайно портите дорогую покупку. В этом случае не стоит долго расстраиваться. Нужно взять любимый предмет одежды и отнести его в химчистку. Как правило, лаборатория профессиональной химчистки находится в одном месте, но ориентирована на удобство для потребителя и минимум затрат времени с его стороны для пользования услугой. Существует несколько пунктов приема в городе, в том числе и в самом центре. В компаниях, которые следят за своей репутацией и безупречным качеством, работают высококвалифицированные сотрудники с большим стажем работы в данном направлении. Они всегда осведомлены о новых продуктах и новых технологиях чистки изделий. Что касается технологического процесса, здесь также есть свои особенности. Весь текстильный ассортимент условно разделен на группы, которые комплектуются по цвету и по составу тканей. Согласно данной градации, разработаны технологические карты, абсолютно безопасные для чистки вещей и для носки изделий. Качество, сроки и гарантия – вот, пожалуй, основные факторы, на которые стоит обращать внимание при выборе химчистки. А сколько радости доставляет одеть любимую вещь, которая выглядит как новая. Химчистка «Айсберг» – полный комплекс услуг по чистке одежды. Ждем вас по адресам: торговый центр «Мода» Карла Липнихта 23Б, минус первый этаж, Студенческая 34. Дом – это отражение своих хозяев, а значит, хорошо подобранные аксессуары скажут о вашем вкусе лучше всего. Например, шторы. Этот предмет интерьера, как ничто другое, создает уютную атмосферу. Для гостиной, как правило, подбирают массивные портьеры в сочетании с легким тюлем. Для кухни подойдут нарядные шторы с цветочным орнаментом. Для того, чтобы их драпировать, существуют специальные магнитные подхваты для штор, которые подбираются в тон ткани. Постельное белье – это уже интимная составляющая домашнего интерьера. Натуральные материалы, бязь, сатин всегда будут в почете, ведь наше тело соприкасается с бельем как минимум 7 часов каждую ночь. Бязевая ткань производится из толстых хлопковых нитей путем их особого крестообразного переплетения. Благодаря такой технологии достигается особая плотность и прочность постельного белья. Сатиновая ткань не мнется, не дает усадки и очень приятно на ощупь. Будьте готовы к тому, что и цена на такие комплекты будет соответствующей. Популярный материал для белья – это также хлопок. Хлопчатобумажное полотно хорошо впитывает влагу, свободно пропускает воздух и обладает гипоаллергенными свойствами. В некоторых салонах ткани есть услуга. Вы выбираете материал, рисунок, а мастера салона изготавливают для вас комплект по вашим размерам. То же самое касается и штор. При этом совсем не обязательно настраиваться на трату крупной суммы денег. В нашем городе есть салоны тканей, которые предлагают очень умеренные цены вкупе с достойным качеством. Выбирайте то, что устроит именно вас и создаст теплую атмосферу вашего дома. А в преддверии череды праздников такие изделия станут более чем актуальными, ведь комплект постельного белья или шторы будут прекрасным подарком.
На дворе средневековье, я иду на рыцарский турнир, чтобы самому красивому рыцарю подарить перед сражением вот такую красную ленточку. Она обязательно прибавит ему сил и принесет удачу в бою. В будущем такие же ленточки будут украшать валентинки, как символ сильной и вечной любви. Салон-магазин «Галина» ждет вас на «Пальмира Тольятти 24». Широчайший выбор тканей, постельного белья и штор по очень низким ценам. До конца февраля скажите кодовое слово «Полезно» и получите скидку 5%. Ждем вас на «Пальмира Тольятти 24». Телефон 233-91-22. Греческая богиня Афродита, согласно мифологии, возникла обнаженной из морской воздушной раковины вблизи Кипра, чтобы оберегать влюбленных и защищать их светлое чувство. Именно этой богине посвящен один из минералов – мрамор. Многие храмы Афродиты сделаны из этого материала. Мрамор считается символом семейного счастья. Чтобы укрепить не только семейный очаг, но и убранство в доме, применяется также агломрамор. Что это за материал и чем он хорош, узнаем в рубрике «Премудрости зодчих». Человечество использует камень в интерьере уже не первое столетие. Только современные технологии делают применение этого материала проще, удобнее и дешевле. Знакомьтесь, это агломрамор. На 95% состоит из мрамора, на 5% из смолы. Его толщина 30 мм. Такой материал благородно смотрится в интерьере. Отполированный до зеркального блеска создает эффект мокрого камня. Стоимость агломрамора до 2 раз ниже натурального камня. По прочности агломрамор не уступает граниту. На столешницу из такого материала можно, не опасаясь, ставить любые горячие предметы. Он не впитывает влагу. Агломрамор обладает низкой стираемостью. И при всех этих достоинствах, как уже упоминалось, его стоимость до 2 раз меньше натурального камня и на порядок ниже цены на любой искусственный камень. До недавнего времени этот продукт привозили к нам в основном из Италии. Однако теперь у покупателя появилась возможность приобрести агломрамор местного производства. По качеству он ничем не уступает зарубежному. Тоже итальянское оборудование, те же технологии, вот только обойдется наш материал гораздо дешевле, поскольку используется местное сырье и отсутствуют таможенные и транспортные расходы. Любовь, морковь настала, в глазах как стрекоза заплясала. Что-то не то. 1797 год. Мы находимся в Англии. Сегодня издано первое руководство по написанию валентинок. Здесь множество стишков и посвящений для тех, кто не может придумать самостоятельно. Онлайн-производство изделий из агломрамора 383-2903. Первым 10 позвонившим скидка 10%. 383-2903. Наша редакция собрала несколько вопросов о каркасно-панельных домах и предоставила ответить на них специалисту в данной области Данилу Попову. В первую очередь закрадывается подозрение, что срок возведения каркасного дома очень короткий. Поэтому это может отразиться на качестве. Срок эксплуатации каркасно-панельного дома, он велик на самом деле. До 50 лет, это как минимум. Мы можем отталкиваться от опыта наших зарубежных коллег, например. Германия, Финляндия, Канада, Соединенные Штаты Америки. Насколько я знаю, дома, выполненные по каркасно-панельной технологии, достаточно недорогие, но и некачественные. Так ли это? Каркасно-панельные дома недорогие, но качество оно высокое. Все зависит от того, кто этот дом изготовил, кто строит. Насколько я знаю, строительные материалы порой токсичны и не совсем экологичны. Нет, материалы, которые используются в каркасно-панельном домостроении, не токсичны. Это древесина, фибролитовая плита, которая не содержит в себе никаких связующих и утеплителей ковата. Хотите построить свой дом? Не бойтесь спрашивать, узнавать и даже спорить. Это поможет вам сделать правильный выбор и построить настоящий крепкий дом.
Компания «Он Сезон». Окна, лоджии, роль ставни, шкафы, купе, сейф, двери, натяжные потолки. Бесплатные замеры, гарантия, скидки до 35%. Таганская, 55А, магазин «Монетка», второй этаж. Телефон 219-29-33. Группа компаний «Уралеспром» спроектирует и изготовит дома по каркасно-панельной технологии. Наш адрес – Решетникова, 22А. Звоните 253-1-253. Заходите на сайт www.uralhouse.ru. Это Сергей. Перед ним стоит непростая задача – выбрать люстру в новую квартиру. Сережа задумался, как же ему быть. Самое первое, что пришло в голову – обойти магазины светильников. На это уйдет столько сил и времени, к тому же на улице холодно. А еще не факт, что там будет нужная мне люстра. И Сергей решил зайти в глобальную сеть. Так, онлайн-магазин светильников, посмотрим. Вот так состоялось знакомство современного молодого человека с современными удобствами. Онлайн-магазин – это простой, удобный способ выбрать то, что вам нужно, прилично при этом сэкономив. Продавец не тратит деньги на аренду больших торговых площадей, а в случае, например, со светильниками – еще и на электроэнергию, которую они потребляли бы в выставочном зале. За счет этого товар становится значительно дешевле. Сидя у себя дома за столом, в теплых тапочках с кружкой чая, ты можешь обойти неимоверное количество интернет-магазинов с теми же самыми люстрами, светильниками и бра. И уже не выходя из дома, сравнить цены. Хорошие, надежные компании, в том числе интернет-магазины, всегда дают гарантию на свой товар. При этом существует практика продлевать ее срок, если установку производит мастер фирмы-продавца. Это касается как электроники и бытовой техники, так и светильников. С недавнего времени некоторые интернет-магазины предлагают услугу, которая называется «тест-драйв люстры». За покупателем остается право вернуть не понравившийся светильник в течение определенного онлайн-продавцом периода. Вот эта модель должна идеально подойти для моей гостиной. Закажу, и пусть какое-то время повисит. Если не подойдет, выберу другую. Воспользоваться услугами интернет-магазина выходит проще и чаще всего дешевле, чем тратить собственное время на поиск и реализацию оптимального решения. И пусть в вашем доме будет светло. XVIII век. Мы находимся в Британии, и сейчас я иду спать, так как завтра мне нужно встать до восхода солнца. Согласно британскому поверью, 14 февраля во время восхода нужно смотреть в окно на проходящих людей. Первый мужчина, который поднимет голову, станет суженым. В общем, я спать. Интернет-магазин Werner Lighting. Широкий выбор светильников всех назначений и стилей. Профессиональная установка, доставка по городу в течение 2 часов. И специальная услуга «Тест-драйв люстры». Заходите на сайт wernerlighting.ru. Хочу обратиться к тем, кто любит выигрывать подарки. Начиная со следующей недели, мы разыгрываем призы и сертификаты. Конкурсный вопрос всегда будет задаваться на одну из тем из предыдущих выпусков. Поэтому советую смотреть все наши эфиры или находить выпуски на YouTube. Согласитесь, получать подарки всегда очень приятно, особенно если они от чистого сердца. Традиция дарить подарки появилась много тысяч лет назад. На Руси в них всегда находили тайный смысл и хорошие вести. Не случайно в сказках большинство чудесных предметов герой не находит, а получает в дар. Будь то клубок, указывающий дорогу, или кольцо, исполняющее желание. Когда-то у слова «подарок» был брат-близнец, гостинец, произошедший от слова «гость». По обычаю, человек всегда должен был входить в дом с подарком, и его готовы были в этом доме ответно одарить. Бытовало убеждение, что зажиточная жизнь связана не только с обилием на столе и в погребах, но и с обязательной щедростью. С тех далеких времен многое изменилось, но традиция дарить подарки, к счастью, осталась.
На сегодняшний день ассортимент подарков не знает границ. В магазинах можно встретить все, от милых безделушек до солидных подарков. Чтобы ваш подарок действительно радовал и был, как говорится, на долгую память, он должен быть не только стильным, но и качественным. Всем этим требованиям отвечает такой материал, как природный камень, из которого может получиться отличный сувенир или даже что-то большее. Поскольку на сегодняшний день не существует никаких дизайнерских ограничений, из камня можно сделать любые изделия – столешницы, барные стойки, перегородки, потолки, камины, подоконники, мойки, а также журнальные столики и оформление зеркал, и даже сувенирную продукцию. Это может быть письменный набор или ваза, картина, шахматная доска, либо скульптура. Камни используются различные. Часто применяют мрамор, это классика. Интересно смотрится изделие из оникса. Кажется, что они светятся изнутри. Подарки из натурального камня – это не только широкий жест. Это подарок с особой природной энергетикой. Недаром камням приписывают различные целебные свойства. Например, считается, что даже небольшой сувенир из оникса способен его владельцу добавить уверенности и целеустремленности. Камень притягивает удачу. Изделия из оникса больше подходят мужчинам, а вот женщинам лучше подарить сувенир из мрамора. Это более романтичный материал, который приносит счастье в любви. Любую вещь из натурального камня можно сделать под заказ. По времени, как правило, это занимает от 3 до 10 рабочих дней. Все зависит от сложности изделия. Это будет по-настоящему индивидуальный подарок, который вы подчеркнете свое внимание и уважение. Помните, что подарок – это прежде всего внимание. Не скупитесь на своих чувствах и радуйте своих близких. Оригинальный способ признаться в любви – подарить своей пассии обыкновенный помидор. Начиная с 13 века во Франции его называли «pomme d'amour» – «яблоко любви». Страстные французы верили, что помидор умеет говорить на языке любви. Компания «Парад камней» – это качество и богатый ассортимент натурального камня со всего мира, оптовые поставки плит, слэбов и готовых изделий по всей России. В преддверии праздников всем заказчикам сувениры из камня в подарок. Мы ждем вас по адресу Маяковского, 25А. Практически все знают, что февральский день влюбленных пришел к нам с запада. Однако не каждый россиянин скажет, когда отмечался этот день на Руси. А скорее всего, еще и удивится, что этот праздник до сих пор существует. Когда и как появился русский день любви? Наш следующий телерассказ. День влюбленных у нас издревно приходится на 8 июля. Это день благоверных князя Петра и княгини Февронии, связанных красивой историей любви. Однажды сын муромского князя Петр заболел проказой и никак не мог преодолеть эту хворь. Ему приснилось, что помочь сможет лишь Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Пришел он к девушке, а та ему согласилась помочь в обмен на согласие взять ее в жены. Феврония вылечила князя, однако тот уехал, не сдержав данного обещания, и вскоре вновь одолела его страшная болезнь. Тогда уж Петр вернулся к Февронии и никогда более с ней не разлучался. Они любили друг друга до самой смерти и умерли в один день, 8 июля 1228 года. Отсюда и повелось праздновать День влюбленных именно в эту дату. Если вы задались вопросом, когда же дарить подарки любимым – в феврале или в июле? Ответ очевиден – и в феврале, и в июле, и в каждый последующий месяц. Согласитесь, искреннее желание порадовать близких куда важнее даты на календаре. Тем более, что в нашем городе для этого есть масса возможностей. Один из самых лучших подарков для вашей любимой – это романтический уикенд. Уехать из шумного города, провести время только вдвоем. Об этом мечтают многие. Как хорошо, что есть места, где все создано для вашего отдыха. Просторный комфортный номер с джакузи, уютная спальная зона. Все это поможет сделать праздник незабываемым. Большой спа-комплекс вызовет восторг у любой девушки. Закрытый бассейн с джакузи, бассейн на открытом воздухе, турецкий хамам, традиционная сауна и все виды массажа. Такие удовольствия надолго останутся в памяти. Завершить отдых на вкусной ноте поможет романтический ужин, ну а после – игра в бильярд.
Выходные только вдвоем. Это, несомненно, один из лучших подарков для любимой. Теперь главное – правильно выбрать место. Я люблю тебя, город Е! Начало 19 века. На календаре 14 февраля. И мы находимся в Японии, где за самое громкое признание в любви можно получить ценный приз. Какой именно не уточняется, но все равно выиграть хочется. Отель «Ромада» приглашает отпраздновать День весны 8 марта в Бугис-баре. Монетное шоу, шоу толстушек, баян-шоу, джаз-группа, танцовщицы, диджей, бесплатные коктейли и напитки и фруктовая тарелка для каждого столика. Подробнее по телефону 259-3505. Любит, не любит, любит, не любит. Каждая девушка мечтает о красивых поступках, приятных подарках и, конечно же, цветах. Розы, эрстромерии, хризантемы, ландыши, герберы, ирисы – у каждой свой вкус. Из того многообразия, что предлагают цветочные салоны, можно запросто подобрать то, что нравится конкретному человеку. Замечательным подарком станет вот такая композиция. Это стабилизированные цветы, которые будут стоять в доме несколько лет и источать приятный аромат. Их вид и состав бывают разными – в виде классического маленького букета или же тематической формы. Еще один способ порадовать близкого человека – подарить куклу ручной работы. Такой вот малыш может также украсить цветочный букет. Необычно и очень трогательно. Каждая девушка мечтает о красивых поступках. Как приятно, когда ожидания сбываются самым чудесным образом. Сеть магазинов 100 диванов. Огромный выбор качественной мебели по доступной цене. Индивидуальный подход, бесплатная доставка. Наш сайт 100divanov.com. Наш телефон 287-3000. Салон цветов «Мадам X». Доставка авторских букетов и подарков без предоплаты. Наш телефон 3-797-111. Свой уютный интерьер для съемки передачи предоставил «Базилика Бар». В новом меню еще больше мяса на гриле, большие порции и отменный вкус. «Базилика Бар» ждет вас в гости по адресу Белинского, 7. За стиль ведущий благодарим бутик стильной женской одежды из Италии «Персонажо». Первый выпуск программы «Город Е» завершен. Мы увидимся через неделю. И помните, любая история интересна. Все зависит от того, как ее рассказать.